De Krishna, Diego Maharaj. Dice que se bajó ambos Ah, veces, eso yo estoy preocupado. Jai, Hare Krishna. Kirtida. Hare Krishna. Hare Krishna. Are we okay? We can begin, Kirtida. Yes, please, Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayamudirayat nastaprayeshu vabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, Text Number 26. Итак, читаем Шримад Бхагаватам, вторая песня, глава 7, текст 26. Бхуме суритара варута вимардитая клеша ваяйяя калая сита кришна кеша джата каришьяти джана нупалакша марга Кармани чатма махимопанибанданани. I'll chant it again. Бхуме суритара варута вимардитая клеша ваяяя калая сита кришна кеша Джата каришьяти джана нупалакша марга кармани чатма махимо панибанданани. Okay, you can read word meaning. Харе Кришна. Хумех всего мира, сура и тара, нерелигиозных людей, варутха, воинов, вимардитая, изнемогающий под бременем, клеша, страданий, яя, чтобы облегчить, калая, вместе со своей полной экспансией, сита Кришна, не только прекрасными, но и черными, кешах, с волосами, джатах, явившись, каришьяти, будет действовать, джана, для общей массы людей, анупалакшья, редко видимый, марках, путь, кармани, деяние, ча, также, атмамахима, с могуществом самого Господа. Упанибандханани связаны. Кришна. Hare Krishna, shall I read Yeah. the translation and the purport? Yeah. Yes. Когда мир изнемогал под бременем военной мощи, не веривших в Бога царей, Господь и его полная экспансия не зашли в этот мир, чтобы облегчить его страдания. Господь пришел сюда в своей изначальной форме, которую украшают великолепные черные волосы, и чтобы явить свое трансцендентное могущество, совершил множество необычайных подвигов. Никто не в силах до конца постичь величие Господа. Комментарий. В этом стихе описано явление Господа Кришны и его первой экспансии, Господа Баладевы. Оба они являются одной и той же верховной личностью Бога. Будучи всемогущим, Господь распространяет себя в бесчисленной форме и энергии. Все эти формы и энергии, вместе взятые, называют единым верховным брахманом. Многообразные проявления Господа делятся на две категории – личные и обособленные. Личные экспансии Господа называют вишну-таттвами, а обособленные – джива-таттвами. И самая первая личная экспансия Кришны, верховной личности Бога – Господь Баладева.
и в Вишну-пуране, и в Махабхарате о Кришне и Баладеве говорится, что даже в преклонном возрасте у них были прекрасные черные волосы. Господа называют Анупалакшья Магргах, или, пользуясь еще более точным ведическим термином, Аван Манаса Гачарах. Тот, кого большинство людей не способны видеть или воспринимать с помощью своих ограниченных чувств. В Бхагавадгите 7.25 Господь говорит «Нахам Пракашах Сарвася Йогамая Самавритаха». Это означает, что Он оставляет за собой право не открывать Себя всем и каждому. Только истинные преданные могут распознать Господа по Его отличительным признакам, один из которых упомянут в данном стихе. Господь Сита Кришна Кеша, то есть Его всегда украшают великолепные черные волосы. Такие волосы были у Господа Кришны и у Господа Баладевы. И потому даже в преклонном возрасте они выглядели словно 16-летние юноши. Это качество присуще только личности Бога. В Брахмасамхите говорится, что хотя Господь самый старый из всех живых существ, Он всегда выглядит юным и свежим. Таково свойство духовного тела. Материальное тело обречено рождаться, умирать, стареть и болеть. Но ни один из этих признаков не присущ духовному телу. Живые существа, которые наслаждаются вечно блаженной жизнью на Вайкунха, на Вайкунхалоках, наделены такими же нестареющими духовными телами. В шестой песне Бхагаватам говорится, что Вишнудуты, явившиеся, чтобы спасти Аджамилу от расправы, которую хотели учинить над ним слуги Ямараджи, выглядели как юноши, что подтверждает сказанное в данном стихе. Отсюда следует, что духовные тела Господа и других обитателей Вайкунхалок не имеют ничего общего с материальными телами обитателей этого мира. И когда Господь нисходит из того мира в этот, Он является в своем духовном теле, состоящем из Атма-Май, его внутренней энергии. Бахиранга-Май, внешняя, материальная энергия, не может коснуться тела Господа. Представление о том, что, являясь в материальный мир, безличный брахман получает материальное тело, совершенно абсурдны. Господь приходит сюда не в материальном, а в духовном теле. Безличная брахмаджьоти всего лишь ослепительное сияние тела Господа. И между телом Господа и его безличным сиянием, брахмаджьоти, нет никакой качественной разницы. Резонно спросить, зачем всемогущему Господу самому приходить сюда ради того, чтобы освободить мир из-под иго неразборчивых средств царей. Разумеется, Господу не обязательно приходить для этого самому. На самом деле Он нисходит для того, чтобы явить свои трансцендентные деяния и тем самым доставить удовольствие своим чистым преданным, которые хотят наслаждаться жизнью, воспевая и прославляя Господа. В Бхагавадгите 9.13.14 говорится, что махатмы, великие преданные Господа, испытывают удовольствие, воспевая деяния Господа. Все ведические писания созданы только для того, чтобы привлечь внимание человека к Господу и его трансцендентным деяниям. Таким образом, история воплощения Господа на земле и его отношения с людьми этого мира служит темой бесед его чистых преданных. Хари Кришна. The end of Prabhupada. Ом Магьяна Тамарандасья Гьянанчана Шалакая Чаксуран Милитаньена Тасмай Шри Гураве Намаха Ванча Калпатарубьясча Крипа Синдубай Эвача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we're hearing Lord Brahma describe about the appearance of the Lord's different incarnations to Narada Muni. Здесь мы видим, как Господь Брахма описывает явление, появление различных воплощений Господа Нарада Муни. So in this verse he's describing about the appearance of Lord Krishna, how Lord Krishna comes into this world and his mission in coming to this world. В этом стихе он описывает, как в этот мир является Господь Кришна. Он описывает его явление и миссию
который он приходит. Anyone who is an incarnation of God, then they will be mentioned in the scriptures. So Lord Krishna's appearance is also described here in the Srimad Bhagavatam. Любое воплощение Господа указывается в священных писаниях, и также явление Господа Кришны описывается в Шримад Бхагаватам. And we're told the reason why the Lord came. The reason was that the world was overburdened by the fighting strength of kings who had no faith in God. И здесь также описывается причина, по которой Господь приходит в этот мир, в том, что этот мир изнемогал под временем царей, которые не верили в Бога. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, we hear how Mother Bhumi approaches Lord Brahma with tears in her eyes. Mother Bhumi is in distress because of the burden of so many demoniac kshatriyas on her planet. В 10-й песне мы видим, читаем о том, как мать Бхуми со слезами на глазах обращается к Господу Браме, потому что она уже не в силах выдерживать то бремя этих царей, демонических царей кшатри. So at that time Lord Brahma meditated on Lord Vishnu, who is residing in Svetadvip. He meditated on Shirodakashayi Vishnu, who is in Svetadvip in the middle of the Milk Ocean. И в то время Господь Брахма медитировал на Господу Вишну в образе Кширадакашая Вишпу, Вишну, находящегося на Шветадвипе посреди Молочного океана. And Lord Vishnu instructed Lord Brahma that he was going to appear, that he was going to come to the earth in order to remove the burden on the earth. And that he told Lord Brahma that he was going to appear in the Yadu dynasty, and he requested the demigods that they could also take birth there in the Yadu dynasty. И Господь Вишну поведал Браме о том, что вскоре он появится на земле в династии Яду и избавит землю от, чтобы избавить землю от демонического бремени. И он явится не один, но вместе с полубогами, которые также воплотятся в этой династии Яду. And of course, not only did the demigods take birth in the Yadu dynasty, but also many other great devotees also came there. Ну, конечно, не только полубоги явились в династии Яду, но также многие великие преданные. And Lord Krishna did not come alone, but we hear how Lord Krishna came along with Lord Balaram. The two of them appeared. Господь Кришна не пришел один. Здесь мы слышим, видим, что Господь Кришна приходит с Баларамой. Они оба приходят. And Lord Krishna and Lord Balaram, before they appeared, first of all, their devotees like Vasudev and Devaki and Nanda and Yashoda and others, they all took their birth in the appropriate places to take part in the pastimes of Lord Krishna and Lord Balaram. И прежде чем Господь Кришна и Баларама явились, появляются такие, приходят такие преданные, как Васудева, Деваки, Нанда и Ешода. Они рождаются в определенном месте для того, чтобы участвовать в играх. And we are told how this incarnation of Lord Krishna comes in his original transcendental form. And the original transcendental form It's with beautiful black hair. И здесь нам рассказывается о том, как Господь Кришна приходит в своем изначальном трансцендентном, в своей изначальной трансцендентной форме с прекрасными черными волосами. So of course many people have black hair. So just having beautiful black hair doesn't make you an incarnation of God.
You have to perform wonderful activities also. И, конечно, у многих, многие обладают черными волосами, но просто обладание красивыми черными волосами еще не делает нас Верховной Личностью Бога. Чтобы быть признанной Верховной Личностью Бога, нужно совершить удивительные деяния. So Lord Krishna and Lord Balaram, when they appeared, they also performed very many wonderful activities. They removed the burden of many different demons from the earth. И Господь Кришна и Баларама проявили удивительное деяние. Они освободили многих, они освободили землю от бремени, от демонического бремени. Even in their childhood, while they were in Vrindavan, under the care of Nanda and Yashoda, they were killing different demons who had been sent by the demonic king Kamsa. И когда они в детстве, когда они жили во Вриндаване вместе с Нандой и Яшодой, они убили многих демонов, которые посылал Камса. And their killing of the demons was not a great effort for them. It was all like a pleasure pastime for them. It was just like a game for them. И это уничтожение демонов не стоило никаких усилий. Это для них словно была игра. From his very childhood, the demon Putana had come with poison on her breast, and Lord Krishna had sucked out her life air, and she had revealed herself as a demonic Rakshasi, flesh eater. И с самого раннего детства Кришну посетила Путана с отравленной грудью, и Кришна высосал из нее жизненную силу, и она проявила себя как огромная, ужасная демоница, поедатель плоти. So, this demon Putana was killed, and people may say, oh, this is very cruel, he should not kill a woman. But this woman was a She was a witch, and she had killed many children previously. So Lord Krishna took out her life air, but then he was so kind that he liberated her to the spiritual world, and he took her as one of his nurses in the spiritual world. И кто-то может сказать, что, Боже, как жестоко. Так Путана была убита. Кто-то может сказать, что как жестоко, что не следовало убивать женщину, но мы знаем, что Путана была ужасной демоницей, и она убила многих детей. Но Кришна был так добр, что он забрал ее в духовное царство, где она была его кормилицей. And then there were some of the family members of Putana who also came trying to kill Krishna, demons like Bakasura and Agasura. They had taken horrible forms trying to kill Krishna, and Krishna had to kill them. И затем некоторые члены и членов семей Путаны, такие демоны, как Бакасура, Агасура, принимали ужасные формы, чтобы убить Кришну. И Кришне пришлось также их уничтожить. So many different demons came. Sometimes Lord Balarama would also be engaged and would also kill some demons. And then finally they were brought to Mathura and they had to fight with Kamsa. Очень много разных демонов пыталось убить Кришну. Иногда даже Баларама был вовлечен в это. И в итоге их привезли в Матхуру, где им пришлось сразиться с Камки. And of course, Lord Krishna, after defeating the big wrestlers who were challenging him, then Lord Krishna was attacked by Kamsa, and Lord Krishna had to kill Kamsa.
who had been terrorizing the planet. И после того, как Кришна победил сражение двух борцов, Камса напал на Кришну, и Кришне пришлось его убить. Убить Камсу, того, кто держал, кто терроризировал весь мир. So then Krishna came to live in Mathura for some time. But while he was in Mathura, Jarasandha was coming with his army and attacking. And Lord Krishna would have to fight Jarasandha. And 17 times Krishna fought with Jarasandha and defeated him every time. И затем Кришне какое-то время пришлось пожить в Мадхуре. И в это время, когда он жил в Мадхуре, Джарасандха напал на него со своей огромной армией. И 17 раз они сражались, и Кришна одерживал победу все 17 раз. And then Lord Krishna moved from Mathura, he moved to Dwarka, and he took all of his devotees with him. They all came to live in Dwarka. Lord Krishna created a wonderful island off the coast, and everyone was living on the island of Dwarka. And Lord Krishna was living there along with all of his family, because Lord Krishna had married, he accepted many wives. So they were all living there in Dwarka. Затем Кришна уехал в Дварку, и он позвал с собой своих преданных. Они стали жить в Дварке. Кришна создал чудесный остров там, и там Кришна жил со своей семьей, так как Кришне пришлось принять и жениться на большом количестве жен, женщин, и они все жили там в Дварке. So Lord Krishna had initially 8 principal wives, but then after he killed the demon Bhaumasura, he rescued 16,100 young princesses who had all been taken prisoner by the demon Bhaumasura. Изначально у Господа Кришны было 8 главных жен. Но после того, как он одержал победу над Бхаумасурой и освободил 16 тысяч царевен, которых Бхаумасуру пленил. So these ladies, these young princesses, had no shelter, and they surrendered to Lord Krishna. So Lord Krishna accepted all of them as his wives, and he brought them all to Dwarka. And he married each and every one of them simultaneously, and he arranged a palace for each and every one of them, and he lived with each and every one of them simultaneously. И Кришна, эти царевны не имели прибежища, у них не было прибежища, и они просили прибежище у Кришны, и он женился на них одновременно, на всех. Привез их в Двараку, женился на них и организовал дворец для каждой. Это одновременно происходило. And then at a certain point the battle of Kurukshetra took place, and under the arrangement of Lord Krishna, so many Kshatriyas all came and fought in the Kurukshetra war, and all of these different the burden of the earth was diminished by the Kurukshetra war. And after the Kurukshetra war, only the Pandavas and a few others remained. И затем в какой-то момент состоялась битва на Курукшетре, и по воле Господа на ней собралось много кшатриев. Таким образом, Господь избавил землю от бремени, потому что все эти кшатри, они были убиты в сражении, остались только пандавы. So
With the Kurukshetra war, the burden of so many demoniac kshatriyas on the planet was drastically diminished, but still there was the burden of the Yadu dynasty, who were practically invincible, and they were all devoted to Lord Krishna. So Lord Krishna had to arrange for the removal of the Yadu dynasty. Ну, таким образом, очень много кшатриев, которые которые землю были, земля была таким образом, земля была избавлена от демонических кшатриев, от этого бремени, и остались династии Яду, члены династии Яду, которые были непобедимы и были преданы Господу Кришне. И все-таки Господу, и Господь, он устроил так, что устроил уничтожение династии Яду. And Lord Krishna removed the Yadu dynasty by arranging that they would all go to Prabhakshetra, a holy place, and perform rituals and perform sacrifice and give charity to the Brahmins. And after they did all that, then they engaged in drinking wine, and they all became intoxicated, and they fought with each other. And they annihilated each other. So in this way, the Yadu dynasty also was removed. All the Kshatriyas would come, who were demigods and come from different places, they all returned back to their places. Итак, Господь Кришна уничтожил династию Яду. Каким образом это произошло? Они совершали паломничество, проводили жертвоприношения в святом месте, и они были вовлечены в распитие спиртных напитков, алкоголя, и опьянев, они уничтожили друг друга. И таким образом, все полубоги, кшатри, которые пришли вместе с Господом, они вернулись обратно. So in this way, Lord Krishna fulfilled the prayer of Bhumi, that Mother Bhumi was overburdened because of all the Kshatriyas, but Lord Krishna, by his transcendental pastimes, he had arranged to remove the burden of the earth. Таким образом, Господь Кришна внял молитвам Бхуми Деви, которая страдала под бременем демонических кшатри. И Господь Кришна устроил так, что он снял с нее это бремя, избавил ее во время. In the course of his 125 years on the earth planet, Lord Krishna displayed many extraordinary pastimes, like lifting the Govardhan hill when he was a child of only 7 years of age. He picked up the Govardhan hill with the little finger of his left hand and held it up for 7 days and nights. Таким образом, за 25 лет, проведенных на земле, Господь Кришна проявил множество удивительных деяний. Например, он поднял холм Говардхан. Он поднял его мизинцем левой руки и продержал его в течение 6 дней и ночей. After he had killed Kamsa, he released his parents, Vasudeva and Devaki, from the prison house of Kamsa. And so then, after they were freed, they wanted Krishna and Balaram to get education. So they arranged to send them to Sandipani Muni, that Sandipani Muni could educate them and could also initiate them. And they went there, and they stayed in his ashram for 64 days. После убийства Камсы, Кришна освободил
своих родителей Васудеву и Деваки из тюрьмы. И после освобождения Васудева и Деваки хотели, чтобы Кришна и Баларама получили образование и отправили их к Сандипани Муни. Сандипани Муни, он обучал их и также инициировал их. И они оставались его аштрами в течение 64 дней. So, Lord Krishna and Lord Balaram are the supreme lords. They don't need to be educated. They know everything. But they set the example that everyone should accept a spiritual master. Everyone should be initiated and everyone should hear from the guru. So for the sake of showing the example, Lord Krishna and Lord Balaram had gone there and taken education. And Sandipani Muni, in 64 days, he taught them all the 64 arts. Таким образом, Кришна Баларама — это верховная личность Бога. Им не нужно образование, они знают все. Но таким образом они показывают пример, потому что все должны предаться духовному учителю, получить инициацию и слушать от духовного учителя, принимать наставления. И Господь Кришна и Баларама, они показывают пример, они отправляются, чтобы получить образование у Сандипани Муни, остаются там вашими 64 дня, и за 64 дня он обучает их 64 искусствам. So after they had learned everything from Sandipani Muni, then Sandipani Muni requested them to give him some debt, to repay him by doing something for him. And he requested them to bring back his dead son. He said sometime in the past his son had died, and he requested Krishna and Balaram, please bring him back to life for me. После обучения Сандипани Муни попросил Кришну Баларама о вознаграждении. Он попросил вернуть его умершего сына. Какой-то в прошлом у него умер сын, и он попросил их вернуть его для него. So Lord Krishna and Lord Balaram, they went to Yamalok, they saw Yamaraj, and they got back the son of their guru, and they brought him back and gave their guru's son, but brought him back from death. So this shows how wonderful, how extraordinary, powerful Lord Krishna is, that he can do these wonderful things. И Господь Кришна и Баларам отправляется к Ямараджи, они просят его вернуть умершего сына учителя, и тот возвращает его к жизни, и таким образом показывает нам, насколько могущественен Господь Кришна, насколько его деяния удивительны. So we may think somebody is great, but there's nobody greater than Krishna. He is the supreme personality of Godhead. And his expansion, Lord Balaram, is not different from him. They're both equally great, equally powerful. The only difference is in the color of their skin. Lord Krishna is a darkish color and Lord Balaram is a white color. But they both have beautiful long black hair. Кто-то можно подумать, что кто-то очень велик, но нет никого более, обладающего более величием, чем Господь Кришна. И также Господь Баларама, они отличны от Кришны, обладают одинаковым могуществом, это верховная личность Бога. И они отличаются только цветом кожи. Кришна черного цвета, Баларама белого цвета, и у обоих у них прекрасные черные волосы. So Lord Krishna and Lord Balarama appeared at the end of the Dwapara Yuga, and they are showing the pastimes of the Supreme Lord. His purpose in coming is not just to kill the demons, but it's primarily to give pleasure to his devotees. Mm-hmm.
Итак, Господь Кришна Баларама явились в конце Двапара-юги, и они проявились себя как Верховная Личность Бога. Но не только они появились, чтобы убивать демонов, но также, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Krishna doesn't need to come here to kill the demons. He can do that very easily without coming. But to give pleasure to his devotees, he needs to come in person, because the devotees want that loving relationship with him. They enjoy the personal dealings. Кришна, чтобы убить демонов, чтобы уничтожить демонов, Кришна не обязательно самому являться в этом мире. Он может это сделать и не приходя сюда. Но он приходит сюда для удовлетворения, чтобы принести радость своим преданным. И чисто преданные, они наслаждаются личным общением с Господом. Okay, so are there any questions? Maybe we'll take questions now. Хари Кришна, на этом мы остановимся. Преданные, есть ли вопросы? Хари Кришна, матушка Карпура Марджари, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, поклоны, примите, пожалуйста. Большое спасибо за лекцию. Хотела спросить, в Шримад Бхагаватам в третьей песне тоже упоминается о том, что преданные, которые живут в материальном мире. А почему преданные живут в материальном мире и не возвращаются к тому Богу? Вот непонятно, почему Господь приходит. Спасибо большое. Машка, подождите, третья песня, у меня просто звук пропал. Упоминается о преданных, которые живут в материальном мире. А, то есть живут и они... Да. Ну, и не возвращаются к Богу? Да, и Махарадж тоже говорил об этом сейчас. И вот там тоже говорится, что они прожиты, очень много жизней прожили в материальном мире, и они проливают слезы, живя в материальном мире. Почему так? Есть преданные, которые постоянно живут в материальном мире? Или они возвращаются домой к Богу? Спасибо. Мне очень жаль, но... Прерывается очень сильно. Маджи Чачи, если вы слышали, вы можете повторить? Потому что у меня такое прерывание идет, я не могу точно понять. Эти преданные живут в материальном мире, хотят вернуться, но не возвращаются? Да, да. Матаджи спрашивает, почему они не возвращаются в материальный мир? Махарадж об этом как раз вот тоже говорил. Подождите, почему они не возвращаются в материальный мир? Я запуталась. Духовный, просто она ошиблась. Духовный мир. Ну, спасибо. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you very much for your lecture. In the third canto of Srimad Bhagavatam, there are mentioned that some devotees live in this material world for long, maybe many lives, and but they do not go back to the Godhead. Why don't they go back to the Godhead, though they are devotees and they are crying and want to go back, but they don't. Yes, well, we see, for example, Hanuman. Hanuman doesn't go back to Godhead. Hanuman is residing at Kimpurusha Loka, which is a region just near to Mount Meru on Bhumandala, in the universe, in the material universe. Lord Rama instructed Hanuman like that to stay there. He didn't tell him to go with him back to Godhead. Да, есть пример такие, например, Хануман, он не ходит в духовный мир, он остается на Кемпурушу, у горы Меру, это на Бумандале, в материальном мире. Он остается там по велению Господа Рамы, который не велел ему возвращаться вместе с ним. And similarly, when Lord Krishna was departing, Uddhava wanted to go with him, but Lord Krishna told Uddhava, no, you stay here. I want you to stay here and transmit the message, everything. You tell them what I've told you, continue, distribute the message.
So the Lord has his own particular purposes for different individuals. Также когда Кришна уходил из этого мира, Удава хотел уйти вместе с ним, но Кришна сказал, велел ему остаться и передавать то послание, которое он от него услышал. Он велел ему продолжать распространять его послание. И таким образом Удава не ушел. И у Господа свои планы на определенные личности. So it's up to the Lord. If the Lord decides that he wants us to bring us back to Godhead, then he'll bring. Otherwise, he has some other purpose. He wants us to do something in the material world. We will stay. We surrender to him, whatever he wants. Это зависит от Господа. Если он захочет вернуть нас в духовный мир, он позволит нам это сделать. Но если он хочет, чтобы мы остались ради какой-то цели, то мы повинуемся ему, мы повинуемся его воле, мы, в общем, исполняем его волю. But there's no difference between Vaikuntha and the material world if one is in Krishna consciousness. Wherever he is, he will feel the presence of Krishna. Ну, нет разницы между Вайкунтхой и материальным миром, если мы находимся в сознании Кришны. Где бы мы ни были, мы всегда будем чувствовать присутствие Кришны. Srila Prabhupada would say, I'm not in New York, I'm in Vrindavan, because I'm always thinking of Krishna. Шрила Прабхупада часто говорил, что я не в Нью-Йорке, я не в Вриндаване. Я всегда чувствую присутствие Кришны. There's no difference between Vrindavan and the earthly planet and Vrindavan and the spiritual world. They're both the abode of the Lord. Нет разницы между Вриндаваном в материальном мире и Вриндаваном в духовном мире, обители Господа. Окей. Okay. Отвечает наш прослушка? Да, большое спасибо. Thank you very much. Машка Вачисачи. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Вот в Шримад Бхагаватам 3.29.16 сказано, терпение необходимо преданному для того, чтобы у него появилась уверенность. Кришна не отвергнет меня, поскольку я занимаюсь преданным служением. И вот как нам сочетать уверенность в том, что мы падшие и недостойные, с уверенностью в милости Кришны и особенно в том, что он все-таки нас примет? So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances and glories to Srila Prabhupada. It is said in Srimad Bhagavatam 3:29-16 in the purport that patience is necessary for developing the confidence that Krishna will certainly accept me because I am engaged in devotional service. And how can we reconcile the conviction that we are fallen and unworthy with the confidence in Krishna's mercy, and especially that he will accept us. Well, Krishna said, if you surrender to me, I will free you from all sinful reactions. Right? If we surrender to Krishna, then certainly Krishna will give us shelter and he'll deliver us from material existence. We have to have confidence and faith in the words of Krishna. He didn't say that if you're fallen, I won't take you. But when a devotee says, I'm very fallen, that's their humility. But at the same time, they're very careful to follow the different standards of devotional service and not to deviate from the process of devotion.
Кришна говорит, что если ты предаешься мне, я освобожу тебя от всех греховных реакций. И если преданный Кришне принимает прибежище, то Кришна избавляет его от страданий материального существования. И преданным мы должны верить в слова Кришны. Он не говорит, что если ты падший, я тебя не приму. Когда преданный говорит, что я падший, это показывает, это проявление его смирения, но в то же время он старается всему следовать, не отклоняясь, следовать принципам преданного служения. Yeah, devotee wants, a devotee certainly humble, he won't think I'm very qualified. Oh, I'm qualified. If we're thinking, no, I have to go back to Godhead, I've surrendered, I'm pure, you should take me back. That's not good. That's not the thinking of a devotee. A devotee, the more one's advanced, then the more one thinks oneself fallen. Just like we sing the song, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora Mori. Toma vina kidayalu jagata samsari patita pavana hetu tava avatara mosamo patita prabhu napa ebiara. Narottam Das Thakur said that Lord Chaitanya is patita pavana, he's come to deliver the fallen souls. So Narottam Das said, I'm very fallen, so I have a, my claim is first to be delivered. So if you're a fallen soul, yeah, you're qualified to get the mercy of Krishna. Lord Chaitanya is Patita Pavan. Если преданный, преданный, конечно же, не будет думать, что он квалифицированный, он там чистый, что он уже очистился от грехов всего своего смирения. Если он так думает, что вот я обязательно должен вернуться к Богу, вот я-то точно вернусь, потому что я уже очистился от грехов, то это не умонастроение преданного. И Нартама Дас Такур пишет такие стихи, которые говорят, что я самый падший. И если не ошибаюсь, то мне в первую очередь нужно спасать, потому что я самый недостойный. Но Господь Чайтанья, он Патита Павана, он спаситель падших душ. И если вы, мы думаем, что мы недостойны, да, это является квалификацией, если мы понимаем это. Does that answer, Yavati? Отвечает, Мачка Вачачач. Oh, yes, Gurudev, it's very clear now. Thank you very much for your wonderful explanation. Thank you for your mercy, Guru Maharaj. Мы тоже очень благодарили Гуру Махараджа за его милость, за чудесный и понятный ответ. Машка Хладини, вопрос. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, поклоны, пожалуйста, примите. Вот хотела уточнить у Гуру Махараджа, так как вот услышала от преданной одной, что если вот вожделение в этом мире это как према, и вот если у человека только вожделение, то значит, он может очень сильно любить Кришну. Это вообще есть такое? Как к этому относиться? Понятно, да? Слышали? Более-менее. Да-да-да. То есть, это понимаешь, если вожделение сильно испытывает, то если он вроде стал чисто преданным, то это как бы обойдет прему, то он столько же сильно... Так он вожделеет к материальному, он столько же сильно может любить Бога, правильно я понимаю? Да, да, вот есть такое вообще где-то. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, devotees, please accept my humble obeisances. I just want to clarify one thing that I heard from one lady, a devotee. She said that if the person is very lusty in material world, with this strength, he could also love God. So this lust in material world, the strength of the lust in material world is equal to the strength of prema. Is it true?
Well, might be. Возможно. Возможно, это правда. Somebody who is very lusty, they hear the pastimes of Krishna, they can become purified. If they hear about Rasa Lila, just by hearing about the pastimes of Lord Krishna with the gopis performing the Rasa Lila, that they can, if they hear it in the right way, they can be relieved of that lust which is burning in their hearts. Только имеет сильное вожделение в этом мире, он слушает о играх Кришны, об одеянии Кришны, он может очиститься. А если он будет слушать, например, о Раса Лиле, да, слушать правильным образом, то это может избавить его от вожделения, которое сжигает его сердце. Of course, it's not a very easy thing to change lust into prema. It's a big change around from being lusty and thinking to enjoy the body and developing prema and the loving feeling for Krishna. Конечно, это нелегко изменить вожделение на прему, трансформировать вожделение на прему, прему, то есть, и этому сопутствуют большие перемены, и так, сейчас минутку. Это сложно изменить вожделение к телу на любовь к Господу. So it may happen, you know. Certainly the fact that you have some feeling for loving relationships, that's true, that desire for the loving relationship can be purified in Krishna consciousness. Guru Maharaj, I'm very sorry. Could you repeat, please, this sentence? The desire for the loving relationship can be purified by Krishna consciousness. Желание материальных наслаждений может быть очищено сознанием Кришны. A person who doesn't have, but don't think that if a just because a person has no lust, then they won't develop prema. you may try to apply it in another way. You may think, oh, somebody's not lusty, so they cannot develop prema. Well, it's not necessarily true. Не обязательно, что если человек много сильно вожделеет, то он может также сильно достичь премы. Потому что это можно перефразировать и другим образом, что если человек не испытывает такого вожделения, то он никогда не сможет достичь премы. Это не обязательно. Someone has, they're not lusty, they don't take much interest in others. So can they develop Krishna prema? Well, they can if they follow the process of Krishna consciousness. They have to practice hearing and chanting, and they have to awaken their attraction for Krishna. Например, если кто-то не сильно мучит вожделение, что он не сможет достичь премы, это не так. Он сможет это сделать, следуя сознанию Кришны, практике сознания Кришны.
If somebody is like a stone and they have no feelings, no emotions, then of course it's more difficult for them to awaken an attraction for Krishna. И тот, кто просто у него нет интереса к каким-то материальным вещам, он может развить себе сознание Кришны, следуя практике, и может развить себе привязанность к Господу. Конечно, если кто-то как камень непробиваемый и не испытывает никаких эмоций и чувств, а продолжить привязанность к Кришне будет сложнее. Окей. Отвечает на вопрос? Да, спасибо. Я вот хотела уточнить из ответа. Гуру Махарадж сказал там слушать, да, правильно. А вот правильно слушать, это вот значит из правильного источника и, может быть, еще что-то, что значит правильно слушать. Спасибо. I just want to clarify that thing that you have told, that we should listen and hear from the proper source. What does it mean from the proper, to hear properly? No, you have told not the proper from the proper source, but to hear properly about Rasa Lila, for example, or about Krishna's activity. What does it mean proper Rasa Lila? Yes. What does it mean listen properly from the proper source, or something else? No, you have to hear through parampara. Через парампару. Yeah. In parampara, they will not immediately speak on these topics because these topics are for very, very advanced, very enlightened souls. So one should gradually come to that level that they're able to hear these confidential topics. Нужно слушать через парампуру. Слушать через парампуру мы не сразу услышим об этих темах, потому что они очень возвышенные и сокровенные. Но постепенно мы достигаем этого уровня, когда мы готовы уже слушать об этом. So without the proper training and without the initial training, the preliminary training, then it will be hard to understand the more advanced, the confidential topics and pastimes of Krishna. Без предварительной изначальной подготовки очень сложно понять сокровенные игры Кришны. Владимир, отвечает на вопрос? Да, спасибо. Хари Кришна. Krishna, thank you very much. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Это твой вид пробыл. Хари Кришна, это твой вид пробыл, у вас рука поднята. Будете задавать вопрос. И микрофон у вас выключен. Включите микрофон, пожалуйста. Или, может быть, вы в чат напишите вопрос? Матрюшачи, у вас еще вопрос? Да. Я хотела просто, чтобы в прошлый раз хотела задать, у него что-то не получилось. Ну ладно, тогда я пока спрошу. У меня вопрос по этому стиху знаменитому, да, Бхагаватам 10.14.8 Таттену Кампамсу Самикшаману Бунджанай Ватна Критам Випакам. То есть, мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда ты прольешь на него свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая тебя в сердце словами и телом, несомненно, достойно освобождения, которое становится его законным правом. И вот все-таки в каком смысле здесь понимать слово «освобождение», потому что обычно мы все же стремимся попасть в духовный мир и не стремимся к освобождению. So, Guru Maharaj, my question is about this famous verse, Srimad Bhagavatam 10.14.8. Just a moment, I will read in English. Tatena Kampam. Yeah, yes, my dear Lord, one who earnestly waits for your to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past
with deeds and offering your respectful obeisances with heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become for his rightful claim. My question is about how can we understand the word liberation, moksha, properly? Because usually we should be eager to spiritual, not for the liberation. But Brahma is telling about liberation here. Well, liberation can mean freedom from the three modes of nature. Освобождение может означать освобождение от трех глав материальной природы. And liberation can also mean that you've understood your swarupa, your eternal rasa with Krishna. А также освобождение может означать понимание своей сварупы и своей изначальной расы с Кришной. Liberation can mean you've transcended the material energy. Также освобождение может означать возвышение над материальной энергией. Okay. Отвечает на ваш вопрос, мальчик? Ага, yes, Guru Maharaj. Brahma is telling us about some method to achieve this liberation. And should we add something to achieve the spiritual world also? Or Brahma's method is enough for us? Brahma's what? Brahma's method. Brahma gives us some sequence of actions. What should we do to achieve the liberation? And should we add something to his method? Well, what was his method? He is telling, yes. One, he earnestly waits for you, yes, to bestow your, cause this mercy and so on. Yes, and he goes on and goes on, continues to go on performing his devotional service. Yes, that's right. That's enough. You go on performing your devotional service and you leave everything up to Krishna. If Krishna wants to liberate us, he will arrange it. Итак, Маджи дополняет, спрашивает, в этом стихе Господь Брахма перечисляет определенные методы, чтобы достичь освобождения, и чтобы нам достичь духовного мира, нужно ли нам добавить что-то в нашу духовную практику, или этого достаточно? Махарадж отвечает, что этого достаточно. Ему говорится просто продолжать следовать продолжать заниматься преданным служением. И если Кришна захочет нас освободить на освобождение, Lord Krishna delivers the devotees from the ocean of birth and death. It's all up to him. Not by our efforts, it's up to Krishna. Господь Кришна освобождает своих преданных из океана рождения и смерти. Это зависит от него, не благодаря нашим усилиям, это все по его воле. Okay. Отвечает на ваш вопрос. Yes, thank you very much, Guru Maharaj. Thank you for your wonderful answers. Too much mercy for us. Hare Krishna. Guru Maharaj, do you still have a little time for maybe one or two questions? Okay. Тогда вид Прабу, вы появились на связи? Прабу написал там в чат. В чат. Ладно, сейчас тогда. Да, вопрос этот совет пробом. Хари Кришна, мои поклоны Махарадж. Я знаю, что Гопал не стоит в искон на алтаре, но если его приносят в храм, то можно его поставить на алтарь или строго, то можно его поставить на алтарь или строго нет. Вопрос задавала читание Даси. Так. Гопала приносит во время программы индусы. И что делать в этом случае? Можно поставить на основной алтарь его или нет? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, the question is from Chaitanya Dasi. She is telling that she knows that
we do not worship Gopal on the altar in ISKCON, but if someone brings this deity to the temple, can we put it on the altar or not? Because sometimes the Indian people, they bring Gopal in the temple. And what should we do in this case? Is it allowed to put this deity on the main altar or not? Well, I don't mind. I don't know what the temple president has to say. I don't know what the JBC have to say about the, but I don't mind what you put on the altar. Certainly Gopal is a form of Lord Krishna, it's a deity. And there are many temples, Gaudiya temples, and they put Gopal on the altar. They have Gopal there. Я не возражаю, но я не знаю, что по этому поводу думает президент храма и GBC, что они говорят по этому поводу. Конечно, это форма Кришны, одна из форм Кришны. И во многих алтарях, храмах Гопал стоит, присутствует на алтаре. But it's really up to the management of the temple to decide. Но этот вопрос должны решать управление храма, руководство храма. Next question, Guru Maharaj. Раджа Враджарани, да, ваш вопрос? Да, Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные поклоны, пожалуйста, примите. Считала сегодня Радхуру Махараджа и как-то увидела, вот это вот осознала, что Радхуру Махарадж перед тем, как увидеть Господа, он подвергал себя очень суровым аскезам. Это приложило к нам, да, то есть чтобы перед тем, как действительно получить даршан Кришны, ну или достичь там той же асакти, да, мы должны приложить огромные усилия по, так сказать, ну, умерщвлению плоти, да, то есть мы должны выйти из-под телесной платформы, ограничив питание, сон, вот эти четыре наши потребности. Правильно я рассуждаю? Спасибо. То есть при том, как получить даршан, вот эти все ограничения, слова, мы должны тоже пройти, да? Да. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and devotees, I accept my humble obeisances. Today I read about Dhruva Maharaj and I realized that before he saw the Lord, he took severe austerities. He had to go through severe austerities. And does it mean that we also should take up such severe austerities before darshan of Krishna, before seeing Krishna? For example, our demands in eating, sleeping, we should... забыл, как сокращать, Господи. We should like, minimize the demands in this. Yes, we need to do austerities. Our austerity is to distribute Prabhupada's books. So the austerity is to distribute Prabhupada's books. Yeah, do sankirtan. Go and preach. Thank you. Да, мы должны принять на себя аскезы, и аскезы являются распространение книг Шри Прабхупады. Должны проповедовать, участвовать в санкиртане. Yeah, the real austerity is to deliver the jaghai and the madhai and give them Krishna consciousness. Истинная аскеза – это освобождать джагаев и матхаев, давая им сознание Кришны.
Спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо большое. Thank you very much, Гуру Махарадж. Все вопросы преданные еще будут или нет? There are no more questions, Гуру Махарадж. Thank you very much. Okay, thank you very much. Have a nice Ekadasi. Is today Ekadasi there? Yes, it's Ekadasi today in Kamchatka. I don't know about Vladivostok, but in Kamchatka, Ekadasi is today. Okay, good. Yes, Ekadasi here. Все хорошо, Ekadasi всем. What? I just translated it for devotees. Have nice Ekadasi. Oh, there's a hand up there. Somebody never got the. Did you see that hand up? Mahashakti Prabhu. Ah, да. Yeah. Yes, there's Maha. There wasn't a hand, but it appeared. Mahashakti, just. Do you still have time, Guru Maharaj? Huh? For the question. Do you still have time for the question? Yeah. Mahashakti Prabhu, вас руководит. Hare Krishna. Mahashakti Prabhu. Hare Krishna. Ну, Hare Krishna, спасибо за лекцию, за вопросы, ответы. Вот хотел у Махараджа спросить, вот по Экадышу сегодняшнему, там вот говорится, что если вообще постишься, там 100 колен как бы освобождается потомков, а если еще постишься и не спишь, всю ночь бодрствуешь, то вообще там миллион что-то этих колен предков освобождения получают духовные тела и радостно возвращаются в духовный мир. Вот если вот как бы это что, правда все, если как бы это там просто один раз поешь, то там 7 жизней у тебя, если там вообще постишься, то 100 жизней от грехов избавляйся. Это все, ну, это как бы правда, да, это тут так работает? Или это карма-канти относится, или это все-таки к бхакти относится, потому что там все от нас Вишна же. А там вы сначала сказали про потомков, а потом про 100 жизней. Так, чего мы да, там и то благословение есть. Да, и то благословение есть. Вот сегодня читали мы с утра об Экадаше, об этом такое прям вдохновляет. Что именно, да, и сам освобождаешься от 100 жизней, ну, 100 жизней, и потомки тоже твои, 100 колен твоих получают духовные тела, возвращаются в духовный мир. Несмотря на то, что они занимаются духовной практикой, и совершают всевозможные греховные поступки. Thank you for answering the questions. Today we read about the glory of the Ekadasi. We heard that if we keep a follow dry fast, for example, or eat once a day, and if you follow the Ekadasi, so for example, we may be relieved from our sins for the 100 lives, and our relatives also may get the liberation in spite of the committing sinful actions. Is this true? Is this Ekadasi so really strong? And also the question, is it bhakti or just karmakanda? Trying to keep all the recommendations. Well, Ekadasi, you see, some people do Ekadasi, they have their karmakanda, they do it, they don't do it with devotion. They do it for material purposes. They're not devotees. They're not practicing devotional service. They're not following regulative principles, and may not be chanting even. But they want to somehow do Ekadasi to get some material benefit.
Некоторые следуют Экадыши, чтобы просто получить материальную выгоду, они следуют Кармаканде, и они не являются преданными, они не могут даже не слушать, не воспевать, просто хотят получить какие-то материальные блага. And some people, even they're not following four regulative principles, they're still meat eaters, and they may do Ekadasi. И кто-то тоже может следовать Экадыши, также могут те, которые не следуют регулирующим принципам, они едят мясо. They may fast on the Ekadasi day. Они могут поститься в Экадыши. So they get some punya from doing Ekadasi, material punya. They don't get Krishna consciousness. Они не получают сознание Кришны, они просто получают пунью, получают материальное благо. But if a devotee is practicing seriously Krishna consciousness, then he will follow Ekadasi to he will increase his hearing and chanting on the Ekadasi day. It's not fasting is not the important thing. The important thing on Ekadasi is to increase your hearing and chanting. Mm-hmm. Но преданные, которые серьезно практикуют сознание Кришны, они соблюдают Экадыши, усиливая слушание и воспевание. То есть пост не так важен, там пост, важнее увеличить свое слушание и воспевание. Хари Кришна, okay. А вот можно такой еще вопрос уточнить у Махараджа? Вот просто тут Экадаш так описан, что вот как бы соблюдаешь его, и там написано, что вот 100 поколений, там твои предки, даже если они не занимались преданным служением, они получают ну, духовное тело и возвращаются там на планету Господа Вишну. То есть духовные тела. То есть вот здесь и такая у тебя мотивация, она же вроде как бы так, ну, ты просто благо желаешь, ну, вот просто наши родственники, ну, у меня родственники, они не занимаются духовной практикой, они, ну, я их люблю, как бы тоже хочется, чтобы они вернулись в духовный мир. Если такая мотивация, это нормальная мотивация или это тоже, ну, это или ненормальная мотивация? Так, сейчас попробуем. In this... article boasts about the Ekadasi, when the glory of Ekadasi, where the glory of Ekadasi is described, it is said that, for example, following the Ekadasi, 100 generations of ancestors may get spiritual bodies, spiritual form, and go back to the spiritual world. And as we wish our relatives to become devotees, we wish them good for them, only good for them. Following the Ekadashi with this motivation for them to get liberation, is it Махатва Прабху, вы говорили, это такая мотивация, она приемлема или нет, да? Ну что, Ради Экадыши с целью, чтобы родственники там освободить. Приемлема ли такая мотивация, да? Что я забыла уже к концу. Is such motivation acceptable or not? Is such motivation acceptable? Yes or not? To liberate. I mean, yes, to follow the Ekadashi for the liberation of our relatives. Well, it's not what we would think of as pure devotional service. Это не то, что мы называем чистым преданным служением. There seems to be some, you know, what kind of liberation you're going to get? No, you say you're going to get a, people are going to get a spiritual form. Вы говорите, они там говорится о том, что они получают духовное тело. Just by following one Ekadasi?
соблюдает кадыши, просто следуя одному этому кадыши. Well, it's very nice if you can do that. Ну, очень хорошо, если вы что-то сделаете. You want to liberate your ancestors? You want to liberate your forefathers? Vasudev Datta wanted to liberate all the living entities. And he was ready to stay here. And let them all, he said, I will take all their sins, let them all go back. Vasudev Datta хотел освободить всех живых существ. Он хотел остаться здесь. Он сказал, что позволим всем вернуться. So, we don't mind. It's up to you. What do you want? What do you just want to liberate your forefathers, or do you want to liberate everyone? Ой, так, мы не против, зависит от вас, освободить своих предков или всех. Давайте освобождение всех. Okay, there's another hand up. Okay, let me see. Матушка Вриндаван Лила. Хари Кришна, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. Я все-таки хотела уточнить вот на этой теме соблюдения вот этих ограничений. Ну вот недавно слушала лекцию Прохлады Махарадж. В прошлом был, ну, таким, он пил и занимался всякой ерундой, ну, вот этой вот греховной деятельностью, но на Нарасимха Чатурдаши вынужденно как-то вот по милости Господа постился, не спал всю ночь. И в следующей жизни вот родился вот таким вот, стал чистым преданным. И, конечно же, вот это вдохновляет мотивы такие вот, я тоже хочу быть вайшнавом. И вот сейчас преданные очень много вдохновляют, вот, ну и кадыши, да, я что-то сегодня тоже прочитала, захотела даже ночь не спать. Ну, то есть, Гуру Махарадж сказал, что достаточно выходить на проповедь, на санкиртану, и, ну, милость Господа тоже проливается. И вот можете вот мне сказать, например, вот мне, если я буду выходить регулярно на санкиртану, мне надо мучить себя голодом, ну вот посты соблюдать, может быть, что-то не спать, ну то есть такие вот прям ограничения тела. Кришна. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I just want to clarify about all these restrictions. We know that Prahlada Maharaj in his previous life, he didn't follow the principle. He drank and committed sinful activity, but on Narasimha Chaturdashi he didn't sleep. He stayed awake the whole night and fasted. And in the next life, he became a devotee. And such examples are inspiring. I also want to become a Vaishnava. And but I just want to know. Maharaj also told about Sankirtana that it's enough to go and distribute this knowledge, distribute Prabhupada's book and take part in Sankirtana. And could you please give personal instructions for me? If I regularly go take part in Sankirtana, do I need to fast and maybe stay awakened the whole night, for example, to do such austerities or not? No, no, you don't need to do these things. Нет, вам не нужно делать эти вещи. You just need to have compassion for the Jaghai and Madhai. Think how to deliver them.
Просто будьте сострадательны к Джагаям и Мадхаям. Думайте, как освободить их. Дайте им слушать. If you have that compassion in your heart, that feeling to try to help these fallen souls to come closer to Krishna, that's the main thing. Если у вас есть это чувство сострадания в сердце, желание дать, желание помочь этим падшим душам стать ближе к Кришне, это главная вещь. Окей. Отвечает наш вопрос. Хари Кришна, спасибо, Махарадж. Ну, просто я вот так иногда, у меня есть какой-то прям внутри совесть, как бы, да, что вот я столько ем, я столько сплю, ну, да, я выхожу книги, и как-то очень так хорошо прям преданному такому, вот преданному так хорошо вообще, у него, он поет, танцует, кушает, спит, все как бы. И, ну вот, как вот так продолжать, Хари Кришна? Sometimes I feel not very good, because I, for example, I eat, sleep, feel myself good, sometimes I go to, on Sankirtana, and that's all, can I just continue this way? Because sometimes I think that I eat too much or sleep too much. And I think that some thoughts come up to my mind that the devotee is in a good position. He may dance, sing, eat, sleep, and go to Sankirtana, and that's all. Okay. Well, yeah, but of course, you do want to be careful about eating and sleeping. Don't eat too much, don't eat too little. The same with your sleeping. But yeah, it depends. If you're working hard in the service of Krishna, if you're working hard and it's very cold there as well, the weather is not very helpful. So you need to put some heat in the body, you need to eat, you need energy to serve Krishna. So Krishna doesn't mind if you eat more prasadam. And you can get tired out there also working hard all day, so you need to get good rest. So for your devotional service, you're eating and sleeping so that you can have the strength to do more service. Нужно быть очень внимательным и осторожным в еде и сне. Если вы усердно трудитесь, да, в знании Кришны, здесь также может быть погода плохая, и, там, холодно, вам нужно как-то разогревать свое тело, вам нужно принимать пищу. Нужно есть. И так со сном, если вы если вы устали, то вам нужно отдохнуть. Это для служения. Кришна не возражает, если это будет делать для служения. То есть мы едим и спим для того, чтобы служить. И нам нужны силы, чтобы служить больше. Спасибо, Махарадж, Гуру Махарадж. Поклоны примите. Хари Кришна. Thank you very much, Гуру Махарадж. Хари Кришна. Окей, Киртида. Махарадж проводит. He's raising his hand. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот еще один вопрос возникает. Просто вот говорят, что вот, ну, например, ну, вы сейчас описали мне, в принципе, ситуацию, что это нечистое преданное служение, если за родственников, там только, а не за весь мир. Просто вот говорят, что у грехаски, у него, ну, как бы, Прабхупада пишет, ответственность есть, ну, как бы, сделать своих детей, как бы, там, ну, преданными. А, то есть, и ты видишь по жизни, как бы, вот они, ну, не стали преданными, то есть, не привлеклись путем бхакти-йоги, то есть, ну, и как бы, и поэтому думаешь, ну, ладно, ну, как бы, буду совершать вот такое хоть, ну,
как сказать, ну вот совершу этот пост там, ну для того, чтобы они получили благо. И второй момент, вот еще тоже вот как бы хотел, тоже вот второе сомнение у меня, то есть, ну вот я годами тут хожу, выхожу на санкетаны, харинамы, на распространение книг, но вот, ну, как бы пытаемся спасать Чагаев, Матхаев, но как бы вот видим, что люди даже, ну, как бы и книги покупают, и читают, но не привлекаются путем, но не идут его. И то есть, и в другой момент, вот я тут хотя бы как-то, я думаю, ну, здесь я могу помочь, вот какая-то, как бы, ну, Трахмаджан говорит на Араде, вот сработает оно, сработает, потому что, ну, как бы, если будешь поститься за них, ну, то есть, вот пост держать, там, поклоняться Вишну, Кришне, от Хокшаджи, то они вернутся в духовный мир. Ну, тут хоть какая-то, ну, как бы, хоть что-то ты понимаешь, что в твоих силах это сделать, и какой-то результат есть. Вот, как бы, два таких момента, если Махарадж как-то разъяснит это более подробно, ну, чтоб... А что именно? А то сейчас он Матаджи говорит, вот идите на Санкиртану, вот это самое главное. А, ну, вот я хожу на Санкиртанами годами, 30 лет занимаюсь Санкиртаной. А, ну, как бы, ну, угу. Не вижу, что плоды какие-то есть от этой деятельности. Более того, там, ну, как-то сейчас все меньше и меньше привлекается людей. Ну, раньше было больше у нас в ИСКОН в 90-х годах, чем сейчас. Ну, в России, по крайней мере. Угу, окей. Хорошо, я поняла. Махашакти Прабу wants to clarify. He says that... goes... He has been taking part in Sankirtana for years, but he didn't. He doesn't see any results. People buy books, read them, but they don't join Krishna consciousness movement. And as he doesn't see any results. No, he doesn't see the result of Sankirtan. Yes, he... he has some... he doesn't feel that he can... He is effective in this way. But speaking about Ekadasi, Brahma says that when doing such things, the result will be the following. And... he also says that the goal of Grihastha to bring the children to Krishna consciousness, but during the life he sees that it doesn't. His efforts were in vain. For example, the children didn't become devotees, and he think well. I'll just follow the Ekadasi with the purpose for my children to become a devotee, maybe for them to get liberation, and it will work. So in this way, I put some efforts, and the result will be as it is described about the Ekadasi. So he believes in that. So to do something, he says that at least I, with such actions, I will have, for example, my children and fulfill the duty of Grihastha. So could you please say something at this point? Well, yes, it's certainly not an easy thing to bring your children into Krishna consciousness. But the fact that you brought them up to be devotees, although they may not have taken up, there's no loss on your part. The loss may be on their part that they didn't take advantage. But as far as you were concerned, you did your duty as a father. You tried to bring them and you tried to give them the Krishna consciousness. So that's good. And you say you want to do Ekadasi, is it? He wants to do Ekadasi to benefit his children? Yes.
Well, yeah, that's okay. Why benefit only your children? There's so many other children also. Why only just your children? You already did a lot for your children. They didn't take much advantage. But you could, you know, try, you can do ekadasi for not just for your children, but for all the people, all living entities. Feel compassion for everyone. We're all one family. We're all children of Krishna. Так, сейчас я напомню. Да, это нелегко войти в сознание Кришны, и оно на этом пути нет потери. Вы сделали все возможное, чтобы, например, расти детей как преданных, но они ими не стали. И это хорошо для вас, потому что вы сделали все возможное, но они не воспользовались этим, этой возможностью, и на вашем пути это не считается потерей для вас. Может быть, для них, да, потому что они этой возможностью не воспользовались. Вы как отец сделали все возможное, это хорошо. Но если вы хотите соблюдать экадаши для детей, чтобы они благо получили, да, ну, пожалуйста, но почему только для своих детей? Ведь, а как же остальные? Если почувствовать это сострадание для по всем живым существам и делать это для того, чтобы освободить всех живых существ. Все мы дети Кришны. Будьте сострадательны ко всем. Okay. Thank you, Kirtida. Thank all the devotees. We hope you have a nice Ekadasi. Shrila Prabhupada. Shrila Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj, thank you very much for your unlimited mercy for us, for your association. Спасибо, Преднеслава Шри Прабхупаде. Хари Кришна.